В 2019 году республика участвует в 8 национальных проектах. Это культура, образование, жилье и городская среда, экология, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные автомобильные дороги и демография. Для их реализации из федерального бюджета будет выделено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед. Это и есть первоочередная задача приоритетного национального проекта «Образование», в рамках которого планируется строительство общеобразовательных школ в республике, обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены дворовые территории и городские парки, а за счет средств проекта здравоохранения будет обеспечена деятельность экстренной медицинской авиации, построен фельдшерско-акушерский пункт, оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, развитие материально-технической базы детских поликлиник, приобретение оборудования для реанимационного диспансера.